сказать, что, наверное, я себя освободил от огромного количества всяких, блин, заморочек. Просто начинают, наверное, рестимулироваться все победы, если этот термин вообще применим, рестимуляция к победам. Я просто хотел, да, действительно, довольство, вот это, или как там, спасибо там сказать тем, кто это продвигает, тем, кто это этому обучает. Просто реально, как бы, момент такой, вот, ну, когда смотришь на что-то плохое, то, что в жизни происходит, как цепочка. В моменты хорошего смотришь на хорошее, то, что происходит, как цепочка. Ну, я не знаю, блин, да безобразие, просто прикольная цепочка хорошего. Ради этого стоит, как бы, поднапыжиться. Просто были моменты такие, когда хочется, блин, бросить там, или что-то. Ну, все равно мысли когда-то такие приходят, там, в худших из своих состояний. И действительно, вот есть такое, Брук Митчелл, как говорится, не меняйте те решения, которые вы сделали в высоком тоне, в момент, когда вы находитесь в низком. Ну, просто, как бы, ну, периодически вводим правила в нашу совместную жизнь. И это как бы одно из основных правил, что не пытайтесь оспорить решение, принятое в высоком, в момент, когда вы находитесь в низком. Действительно, как бы, стоит того, чтобы двигаться по этому пути, реально просто до безобразия, прикольно, не поверите. Поехали вперед, ура, на бронепоезде, все, вот оно вот так вот происходит, то есть
В чем прикол, вот когда наступает момент, когда это решение становится основным, за что ты берешься в первую очередь, в этот момент просто бывает вот такое, просто хочется вот просто вообще до такой степени чуть драматизнуть, аж вообще он порвал план. Ты берешь это решение, такой, блин, трясущимися руками, ладно, фиг с ним, поехали. Оно вот так происходит. Человек, вот, я по себе заметил, в момент, когда у тебя это решение на заднем плане, ты обязательно берешь не его, а берешь что-то такое, что там вообще просто, ты поднимаешь, да, в прошлый раз тоже кинули, сволочи. В следующий, наверное, тоже кину, так, и поехали. И сверху так, рука свободная, шапку так. Вот так это происходит. Поэтому, блин, рекомендую вот это правило вообще просто его вот так вот натянуть баннером перед собой. Это хорошее правило, мне понравилось. Сразу жизненную ситуацию вспомнила, где я могу это применить. Да, оно так работает. Если не остановился, завтра тучи разгонит ветер, все, опять солнце светит. Тут даже Сочи, блин, приехал, дочь, пошел нахер, я сюда приехал. Сибирь долбанная, завтра снег пойдет. Я билет на самолет улетел, но завтра здесь тепло. А если здесь сел, дочь, блин, прикольно, под дождем посидел. Да. А на завтра смотришь солнце. И оно вот так вот и происходит, да? В чем прикол? Если бегать вот так вот от ситуации, там будешь как раз так, куда? Куда так? В Питере, все, там солнечная погода, куда летишь, блин, а там не посмотрел, что завтра там дождь, прилетаешь, дождь, я чувак прожрал. И вот такая вот байда происходит. На самом деле, работает просто железно вообще. Начинаешь что-то, вот, на самом деле, вот, замечал, где-то запнешься, и начинаешь просто глазами вот такими смотреть, где что-нибудь драматизнуть, ножом сверху, добился. И вот так пошел себя резать, ну что я делаю, блин, хорош, все. Только вот это хорош, все, оно бывает вовремя, а бывает очень не вовремя. Когда смотришь уже вокруг, там все, блин, раздолбано, трупы лежат, все нет, почувствую я, другие тоже так же. Да, блин, а такой момент есть. Так что, те, кто в саентологии, они здорово. На пути, да. Да, они на правильном пути. Те, кто в раздумье принимает решение, работает, блин, вообще работает.